Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на ки поп а еще я обозреваю шоу «Музыкальные на выживание», которые сейчас идет одновременно три штуки. И одно из них хорошее, а другое из них «Квиндом Пазл». На самом деле, конечно, в «Квиндом Пазле» есть свои приятные моменты, безусловно, девчонки там замечательные, знакомые уже многие, за них прям болеешь, переживаешь, ну, относительно потому что все равно как мне это так и будет все. Но очень много моментов затянутых, чудовищно штампованных, которые просто за предыдущие несколько сезонов квиндомов и продюсов просто подзаколебали чудовищно. То есть заколебали эти длительные паузы перед объявлением каких-то результатов, заколебали эти вот эти повороты страшные, да, в конце эпизодов. Поворот скорее, Кривхенгере. В общем, давайте по очереди, шестой, седьмой эпизод, в шестом эпизоде, в общем-то, девчонки, а, оттанцовывали, сначала записывали, а потом оттанцовывали последние четыре песни. Песни были танцевальные, то есть это уже именно танцы. До этого был рэп плюс вокал, там рэпа было очень мало, на самом деле. Опять же, это странный момент. А здесь были танцы, в которых там, в частности, присутствовали рэперши довольно известные. В общем, хороший. Бог с ним. Четыре песни. Первая песня, которую нам показали, это была Bad Blood. Это группа, группа Puzzle, собственно говоря, исполняла. И внезапно Bad Blood это э, на текущий момент лучшая песня всего Клинтон Пазла, новая, это не чата, это своя, это написал Райан Эс Джун, опять, да, великий ужас, сколько я помню, да, вроде Райан Джун, да, все правильно. Вот, э, у него до этого был снэп, который был норм, то есть местами он под конец крутой, в целом он был нормальный, а вот Bad Blood, прям замечательная песня, мне очень жалко что она досталась именно к пазлу, а не какой-нибудь группе, потому что досталась бы она лунам или кому угодно, это было бы гораздо лучше, они бы замечательно исполнили. В принципе, здесь тоже исполнение было хорошее, и танец был хороший. Ну, относительно хороший, потому что в этом финальном выступлении, в финальных выступлениях хореографы почему-то упоролись по всякой акробатике дурной. Я иногда приветствую акробатику, когда она прям вот уместна и кажется подходящей этой песней. Я не приветствую, когда она просто вычурная и дурная. И вот в плане Bad Blood люди вообще упоролись, они напридумывали всякого. Там, например, одно, один характер, характерический элемент был такой, что девушки образуют какую-то странную конструкцию, где девушки стоят и наклоняются вот так вот вперед, другая сзади прыгает на шпагат. Это можно выполнить хорошо и изящно, но это, честно говоря... Даже в представлении команды, которая уже это хореографический элемент оттачивала, который показывал девчонкам, как надо, да, оно все равно выглядело странно и, честно говоря, немножко комично. И это, этот момент, все эти, все эти такие гимнастические элементы, они, честно говоря, слишком много допускают элемента случайности. То есть что-то не так пойдет, что-то соскользнет, все, пиши, пропало, и, в общем-то, у тебя элемент не удался. К сожалению, так и случилось, и в итоге одна девчонка как раз на репетиции еще была нормально, хотя они тренировались многократно. У них там кто получалось, кто не получалось. Под конец начали, начало получаться. Значит, на репетиции, на предфинальной, так сказать, все получилось более-менее. А во время самого выступления девчонка, когда вот так запрыгнула, у нее нога натурально соскользнула. Видимо, другая девушка, одна из девушек, не идеально ровно, да, стали как бы. А вот может быть так или вот так скорее, не до конца. Не на 90 градусов нагнулись. Негазка сказнула, получилось не очень хорошо. При этом был момент, когда одни девочки держат такие, ну, как зажигалки, по-моему, что-то там вроде, какие-то свечки. А Еин, которая у нас там была центром, она, собственно говоря, должна взять и зажечь от них бумажку. И зачем ее после этого зачем-то выкинуть? Абсолютно тупой элемент, который, ну, на мой взгляд, не смотрится так круто. Он смотрится нормально, но не более того. Но опять же, слишком много случайностей составляет. И сюрприз она сделала, а бумажка или что там это было, не загорелась. Она попыталась еще раз, там, с третьего раз зажглась, и в итоге, ну, короче, это выглядело как-то неловко и неумело. Причем все остальное, все остальные элементы хореографии были классные, были хорошие, девчонки их замечательно исполняли. Опять же, вокал был предзаписанный, нормальный, все было хорошо. Выступление было хорошее, но этот момент, конечно, немножечко его подпортил. Но у меня, скорее всего, я не, не обижался и, не знаю, не обвинял девчонок, я обвинял хореографов дурных. Ладно, команда Квиндом э, исполняла песню «Overwater». Overwater. А, песня вообще ни о чем абсолютно, по-моему, одна из самых слабых. Ну, хорошо, не самая слова конечно, но такая средненькая очень. Вот, а, хореография там была тоже с акробатикой, но не такой сложной. Более того, по-моему, даже ее слегка чуть-чуть усложнили а, специально, чтобы соревноваться с командой Puzzle. И у девчонок все хорошо получилось, но как-то сама песня не так запомнилась. И, в принципе, выступление тоже так сильно не запомнилось. Хотя, опять же, было нормальное, прилежное, такое грамотное. Хорошо, результатов нам не сказали в этот раз, точнее сказали, по-моему, но не показали. Не суть важно. После этого, после этого а, объ, объявили ну, следующее соревнование, да, то есть эти вот две команды соревновались с этими песнями, еще две команды соревновались с другими песнями. А пазл команда выступала с песней "Веб", песня э, нормальная, в принципе, ну какая-то такое. нормальная, не более того, на самом деле. Вот и туда попала Ярым, а туда попала Ярым не просто так. Ярым специально пошла в команду э, пазл на песню В, точнее, чтобы в этой команде был сильный танцор. Поскольку танцоров э, девчонки все из Квином Пазла выбирали своим голосованием, так сказать, лучшего танцора и выбрали ее Рым. Ну, потому что она действительно, на мой взгляд, лучше всего танцует, и это, вот видите, теперь еще общепризнано. И она специально пошла в пазл, хотя изначально хотела, так понимаю, в Bad Blood, чтобы именно дать своей команде шанс, чтобы еще больше вырваться вперед. И вот настоящий командный игрок. Вот. Она, соответственно, там была, она помогала отстающим, там особенно Риине, потому что то не особо получалось, она почему такая высокая, стройная девушка, но вот как-то элементы какие-то хореографии не сильно выходили. Она помогала, 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 и в итоге все получилось. Там, опять же, для танца придумали элемент такой с лентой, которая как-то была привязана к ноге, и вот как-то с ней можно было так танцевать, оборачивать, как раз у Ирины это не очень выходило, на самом деле. А, в итоге у всех все получилось, ошибок не было, все классно станцевали, особенно, разумеется, и Рым, но остальные тоже хорошо справились. Проблема в том, что все были в одинаковых одеждах, и все это выглядело очень красиво, очень стильно, очень женственно, но однообразно, опять же, просто как будто какой-то гимнастический прием смотришь. Ну, прием в смысле, гимнастическое выступление. Я такой, э, окей, хорошо, почему бы и нет, ладно, проехали. Тем не менее, девчонки выступили замечательно в целом. Следующая команда, которая уже квиндом, квиндом была, она пела песню Glow Up, песня была тоже нормально, сойдет, ничего такого особенного. Вот, а выступление при этом получилось куда более яркое, собственно говоря. Там девушки такие яркие одежды на себя нацепили, подчеркнув таким Макаром свою индивидуальность. Вот, они как-то более такие небрежные, такие вот... Конечно, повторюсь, были, такие как бы на расслабоне, без вот этой вот четкой-четкой хореографии. И, честно говоря, выступление смотрелось лучше, выступление смотрелось как-то более вес весело и более бодро. Вот, и под конец Тайон сказала, ну, сейчас я объявлю общий результат всего выступления. Там как ведь было? У нас 5 выступлений, и счет уже был 3-0. С одной стороны, вообще не очень понятно, нафига оценивают последние два выступления. Потому что они его зачем-то так показывали. 3-0. Ну, в смысле, 3-0. Да, даже если девчонки из Квиндом выиграют 3-0 в пользу пазл команд. Команды, а если даже девчонки с квиндом выиграют еще 2, то и что? На самом деле, там, да, в принципе, это разумно, но просто про это как-то очень внятно сказали, на мой взгляд. А, считали очки. То есть по голосованию. В итоге все эти очки складывались. И теоретически, да. Даже несмотря на то, что девчонки из пазл выиграли первые три раунда, они, например, могли это выиграть с небольшим перевесом, да, там в 5 очков каждый. А последние два раунда могли выиграть девчонки из с Квиндом, и э, они могли выиграть с большим перевесом. Там достаточно, например, по 10 очков в каждом случае, и все, девчонки с Квиндом выигрывают. Э, да, все хорошо, но вот шестой эпизод закончился на Клиффхенгере, потому что Тайон вышла такая, ну, сейчас я назову победителя всего вот этого выступления, да, всех пяти баталей. И победитель это... не так, и победитель это... И там вот это пищание, как будто человек вымытрился яростно, да. Меня всегда оно веселило, и меня то веселит, то выбешивает, потому что это очень тупо выглядит, честно говоря. Просто не говорите, просто так скажите сразу же. Победителя мы объявим потом. Но все равно это не очень красиво, это не очень круто на таком клиффенгере заканчивать, и так довольно-таки давно тянущиеся да, соревнования. Но прикол в том, что после этого они такие, что-то перебивочка, перебивочка, типа, ну, теперь-то точно ты -то ее объявит победительней, победителей. И она говорит, ты победитель, мы объявим на следующей неделе. А -а -а, то есть, нафига изначально было это запикивание тупейшее? Меня вот именно этим квиндомы, продюсы и, в принципе, все шоу от имнета чудовищно раздражают. И чудовищно просто мне становится все больше и больше наплевать. Я смотрю ради выступлений иногда, ради девчонок классных, да, за которыми я слежу, которые мне не безразличны, как исполнительницы, разумеется. И да, вот мне за них как-то волнительно. За вот эти все офигенно хитро умные повороты и ходы и мне то мне вообще не волнительно они уже просто обрыдли они скучные они устарели уже 5-10 лет назад то есть они еще были свежи но во времена продюс ван уан ну, а времена пройдет ну, а 48, но сейчас-то куда? Ну, куда вы с этим сейчас лезете? Вот они, у них была концепция Produce One, окей, одна структура шоу. Теперь у ну, них другая а, концепция, типа Quindum другая структура шоу. Они, видимо, от все-таки пытаются отойти. Ну, просто потому, что у продюсера теперь дурная слава. Вот Квиндома такой дурной славы все-таки еще пока нет. Вот. И... Но приемчики не поменялись. Одно и то же, одни и те же клиффхенгеры в конце эпизода. Одно и то же чудовищное затягивание голосования под конец, да, в следующем эпизоде было. Одни и те же реакции. То есть, когда что-то происходит, показывают потом, что говорят, например, победителя. И показывают кучу чего которые... А? 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 И это тупо смотрится, это очень смешно смотрится. И все равно знаю, что они показывают АБК и реагируют на вот эти вот девичьи. Ха-ха-ха, нет никакого смысла. Если мне захочет показать, э, что ты подумал, что выиграла эта команда, на самом деле другая, он это сделает легко. Поэтому я уже просто вот так сижу. Впечатляет. Вот, ладно. Что эпизод закончился? Ничем. <laughs> Седьмой эпизод начался с того, что нам тоже сначала не объяснили, кто там выиграл, но потом... Сказали в этом эпизоде, у нас наконец-то будет выбывание первое. А, должно было бы выбыть 7 девчонок, потому что выбывание было 3 прихода. Сначала должны были 7 девчонок выбыть, потом еще 7. И, в общем-то, останется последних 7 девчонок, которые попадут в группу. И вот это вот первое выбывание. Ну, тут получилось, что выбыло 5 девчонок, потому что 2 уже выбыли до этого. помните, чье, но еще одна девушка, к сожалению, не помню ее имени. Буквально там после первого же эпизода. Соответственно. Тут, uh, значит, сказали, что все сегодня будет выбывание. Мы сегодня, во-первых, объявим, кто у нас по текущему голосованию зрителей uh, топ-7, которые потенциально могут попасть в группу прямо сейчас, да, если бы прямо сейчас все это дело решалось. И 5 девушек, которые выпадут. Перед этим еще uh, разделили девчонок на 3 группы, по факту, да. На три группы, которые будут исполнять три песни. Uh, смотреть, какие это песни были, будут, точнее. А, да, все-таки сначала объявили э, результаты предыдущего голосования. И спойлер, сюрприз, вот этот поворот все равно выиграла команда Пазл. Команда Пазл выиграла с большим перевесом. Там суммарно 1146 очков, голосов, допустим, на 812. То есть, на самом деле, 30 с копейками голосов. Там было в первом раунде, первый раунд вообще в одну калитку, на самом деле. Тут, в принципе, в сухую был разнос, команда Пазл выиграла. Ничего удивительного, там самые сильные девочки собрались, и, честно говоря, на мой взгляд, это не очень справедливо. Все-таки нужно как-то немножко ранжировать, потому что, ну, несправедливо это и все. Да, вот, первое выступление, оказывается, вокальное, вокально-рэповое, там было... Вообще перевес чудовищный, 120 очков, 253 на 133, я, может быть, сейчас картинку поставлю, да. Второе выступление, 208-178, тоже поближе. Третье, 217-169, тоже уже хороший разрыв. Четвертое, это первое танцевальное выступление. Это как раз там, где э, девочки из пазл выполняли сложную хореографию под отличную песню. Э, и пару раз ошиблись. Ну, один раз по своей вине, другой раз не очень по своей вине. И хореография дурная. И там все равно был разнос, потому что 245 на 155, 90 очков на самом деле. Так что зрителям было пофиг. Но то, что здесь были ошибки во втором ошибок не было. Эта песня лучше, девчонки более яркие, девчонки более популярные. Плевать они хотели, что там технично, что там не технично. Вот. В принципе, даже могу их понять. И последний разрыв был там тоже достаточно заметный, 223 на 177. Так что да, это был вообще в одни ворота игра абсолютнейшая. Девчонок из Квиндом откровенно жалко. Из них вот кто-то на самом деле не попал в итоге и вылетел просто потому, что им вообще не досталось абсолютно призовых очков. Некоторым девчонкам прям досталось дофига призовых очков, потому что они постоянно попадают в команду, которую выигрывают. То же самое, разумеется, этому способствует, но тем не менее. Вот, потом сказали, что, значит, сейчас мы объявим три песни. А девчонки будут разбиты на три группы. А будут к этим трем песням готовиться, потом выступать. Но после того, как они подготовятся уже, разумеется, по старой, доброй, и мне, так сказать, дурной традиции, Uh, пятерых девчонок исключат, и поэтому, если кто-то, например, занимал какую-то позицию, условно говоря, саб-вокалиста, да, там второго саб-вокалиста или там, танцора uh, в этой группе, и девочку исключили, то придется кому-то срочно переучиваться на это место ставить. Вставать. Окей, okay. объявили три песни. Первая песня Пазлин, uh, ее написал. На, на удивление тут, в принципе, ну, известные достаточно композиторы были. Ян Кей из группы D6. Вот. Окей, uh, okay, хорошо. Сразу же предупреждаю, все три песни по звучанию, по первым тизерам мне показались ни о чем. Мне это не мое абсолютно. Может быть, они в итоге будут хорошими, например, как была Bad Blood, которая мне тоже по первому тизеру не показалась какой-то особенный. я особо не слушался, но в итоге мне результат очень понравился. Мне, блин, очень хотелось бы, чтобы эту, действительно на эту песню сделали отдельный перформанс-видео, он на нее мог отреагировать, например. Ну вот, значит, песня называется Пазвен. Окей, okay, хорошо. А потом следующая песня была. Ее написал Бобби из группы Icon, который, в принципе, рэпер, автор песен, автор текстов и так далее и тому подобное. Песня называлась I DGA. I don't give a. Я не знаю, тут вставляет все, что угодно. Песня о том, что типа мне вообще на все плевать, я типа делаю, что хочу. Ну, это известный, как бы, знаете, троп в кей попе Мне на все плевать, делаю, что хочу, и остаюсь самим собой. Окей. Okay. I don't give a fuck, I don't give a shit. Все что угодно. I don't give a damn. Как говорится, "Frankly Scarlet", I don't give a damn. Вот, окей, okay, хорошо, она, честно говоря, перспективно кажется наиболее интересной, потому что там рэпчик, и в эту команду в итоге сюрприз попали, ну, на мой взгляд, две лучшие рэперши, это как раз Еин и Юки, вот. И когда вот они с ним встретились, с этим автором, с этим Бобби Зайком, то Юки там такая, о боже мой, боже мой, я там его песни люблю, и очень клево, очень приятный молодой человек, так приятно общался со всеми. Вот, и последняя песня называется «Айду», она скорее милашная, Он написал Райан Джун. Райан Джун клевый чувак, у него вот то хит то не особо, но все-таки достаточно большое количество хитов. Опять же, «Ботблат» – это его песня, с тоже. Его песня тоже неплохая. А иду, мне кажется, не, не мое абсолютно, потому что это нелашная абсолютно. но ну, почему бы и нет? Вот. И потом, собственно говоря, авторы песен ⁇ Девчонками ⁇ работали, наибольше всего показали, как Райан Джун девчонками работает, как он помогает им распределять вокальные партии. Соответственно, девочки все спели песню а потом решали, что делать. И там, например, Бора, в этой группе была Бора как раз, в этой группе... Ну, это у нас, как получается, пазлин, да? Айду, простите. Uh, в этой группе была Бора, она сказала, я хотела бы быть на главную вокалистку. Разумно, Бора хорошая, сильная вокалистка. Но Райан Джон сказал... Он так такой: э -э -э, говорит, я, честно говоря, предпочел бы, чтобы тут джихан была на этом месте, потому что здесь главный вокал должен быть не такой резкий, как у Бора, а такой более мягкий, как у джихан. И вот она именно именно когда эту песню исполняла, только что она исполнила наиболее мягко. Но все-таки окей, окей, как композитор сказал, так и будет. В принципе, разумное решение. А, выбрали джихан. Андер сначала засмущался, здесь снялась, такая блин, я что-то не могу, не уверена, что тяну на главную вокалистку. Боря при этом, очень правильно мы сказать, стратегически, даже если она была расстроена, утешивала, сказала, не переживай, у вокалистки, у саб вокалист здесь примерно одинаковое количество там, партий, ну, слов, да, линий, строк, простите. Вот, и примерно у них одинаковые, а, одинаковая значимость. А поэтому просто воспринимает это как одна из двух вокалисток главных, и все, не считает это прям как главное. То есть такая, э? на самом деле, это, это еще частично звучало как типа ну, ты все равно не прям самое главное. Мы вдвоем главные. Но, но я думаю, она и помогла. Немножко, так сказать, груз себя сместить. Вот. И, кстати, когда в прошлый раз вот Бора выступала в одной из песен, да, предыдущую, как-то очень мало показывали, у меня ощущение, как будто ее как стараются сейчас мне задвинуть. Они ее сначала по вот. Ну, я предполагаю, по крайней мере. Сейчас у нее как-то как запихивают вниз. Жалко девочку, честно говоря. Я причем комментарии читаю, у многих ощущения... Типа, я понимаю, что это нет, но у меня ощущение, как будто Бора какая действительно злючая. Ну, не могу такое исключать. Я просто видел Бору раньше, предыдущих шоу, да, даже от имени Она такой никогда в жизни не была. Она была милейшая, замечательная девушка. Я сомневаюсь, что она взяла это так резко испортилась. Так что, скорее всего, нет, старается. Выделяет ее самые такие какие-то моменты и, наоборот, не показывает самых там добродушных, доброжелательных. Вот. А потом вышла Тайон и давай объявлять девчонок сначала топ-7. Какой у нас получился топ-7? Давайте прям сразу. Там, в принципе, в принципе, топ-7 меня более-менее устраивает. Сейчас я докручу до него. Тут на одном из сайтов это дело есть. Да, даже, по-моему, где-то с очками это дело указано. Это... Да, значит, на первом месте у нас казалось Нана. Окей, приятная девушка, хороший, хороший танцор. У него 530 там с копейками тысяч очков. На втором, что мне особенно приятно, я считаю, что это сослуживает первого места, но тем не менее. Йорым. У нее 402 тысячи очков, 403 практически. Вот, это очень круто. Она вышла, прям немножечко даже расплакалась. Она такая просто супер-супер милаха, очаровашка. Вот, э, такая сказала, блин, как не ожидал, очень классно. У нее такой смешной еще милашный жест был. Когда она такая, типа, ну, плачет, а потом кто-то ей что-то кричит, она такая, да-да, типа, Фатин, все дела. В общем, милота. А на третьем месте Хисео, Хисео, да, или как -то читается точно, у него 391 тысяча очков, там уже разрыв не такой большой, У она, безусловно, самый большой разрыв, она прям впереди с таким заметным запасом, но ну, она, по-моему, очков получала бонусных, хотя я могу ошибаться, поправьте меня, если я ошибаюсь. На четвертом была Кей, абсолютно поддерживаю, Кей, да, Кей должна быть в группе, на мой взгляд, она замечательный вокалист, она очень милая девушка, она очень такая вот женственная, прям ее нужно обязательно в группе иметь. На пятом была Еин, тоже хорошо, тоже за нее болею, не так может быть сильно, как там за ту же Ирым, и еще за одну девушку, которая попала все-таки группу, но тоже, да, вполне себе. Вот, на шестом Джихан, там 348 тысяч очков, и на седьмом с отрывом, но с не таким уж огромным, была Юки, 306 тысяч очков. Это очень круто. Я полностью поддерживаю здесь Йорым, Кей, Еин и Юки, четырех человек. Все остальные три тоже классно. Если они попадут, вообще не буду против. Пожалуйста. Мне бы лично, мне бы лично. Хотелось бы, чтобы на эти три места попали все-таки Бора, Джури, наверное, и Йон если я ничего не путаю. Это девушка, которая была блондинкой. Она из Rocket Punch, по-моему, да, из Cherry Bullet. Я постоянно путаю две эти группы. Вот. Сейчас. Йон... Да, Йон Хи. А Йон Хи сейчас... Да, кстати, там все остальные места еще были потом опубликованы. У нас Бора была на восьмом месте. То есть она чуть-чуть не дотянула до топа. В принципе, это хорошо. Джури, она на десятом месте тоже нормально. И Йон Хи на одиннадцатом месте. Есть шансы на то, что они все-таки в итоге попадут. Ну, лично для меня, да. У вас, конечно, преференции могут быть совершенно другие. Вот. И потом начали объявлять девчонок, которые не попали. Которые выбыли, на самом деле, и Санга, Суин, Су Джуи и Чарин. Честно признаюсь, мне здесь жалко, прям вот именно либо, э, лично мне, только Джуи. Джуи как-то и мало показывали, видимо, она не смогла себя проявить. Это девушка из Момолэнд, очень очаровательная девушка. Она ведь такая сама себе теперь продюсер и все такое прочее потому что агентство у нее странное было, а, вот, и она не попала, она вот а в одно из последних мест, она фактически оказалась на 25-м. Обидно, печально, но да ладно, что ж поделать опять. Я, честно говоря, на что особо не рассчитывал. Вот, как-то так. В принципе, все пока что, да. А, нет, самое классное, самое замечательное. М нет объявил название группы. Я сейчас на экран выведу название группы. Парите вместе со мной, если вы еще не знаете. Ну, вылет вот так. Читается это, как оказывается, Эл-Зап. Если вы не поняли, что это за хренотень, что это за хренотень, это пазл, только наоборот. Мнет и до этого страдал дурными названиями групп. Кеплер. Название странное, но еще терпимо. Нормально. Там абсолютно странная единичка. Непонятно, на какой черт она, в принципе, нужна. Но, допустим, это еще прилично. Окей. Ice One. Тоже было странно. Ice. Звездочка. One. Окей. IOI могу понять. В принципе, да. 101 IOI. Группы из... Э, такие аббревиатуры. Это, в принципе, нормальная тема в кей-попе. Но хорошо. В общем, у них как-то со временем все совсем в одно место пошло. Банаван, кстати, по-моему, было на... нормальное название. Мне оно более-менее показалось приличным. А потом, значит, был Кеплер, потом у них, напомню, было китайское э, шоу, да, вместе с китайскими, с китайцами тоже это мета, который в 2020, совершенно дурное, чудовищно скучное, невероятно скучное, и по итогам объявили группу, которая называлась Bon Bon Girls 303. Вот я думал, что это самое тупое название женской группы и вообще любой группы, созданной по итогам какого-то развлекательного шоу на выживание. Потом пойдет Zero Base One, на мой взгляд, тоже дурное название, вот это вот три слова в одно, Zero Base One у нас уже в интернете, разумеется, само собой, в Рунете называют Жеробас One, потому что, блин, сложно по-другому прочитать, я не осуждаю людей, пожалуйста, мне саму так как-то хочется называть, обидно, но тем не менее, вот, ну ладно, окей, okay. Zero Base One, это еще нормально по-английски читается, по-корейски нет, но это хрень, это просто монстр какой-то, что это за уродище? Это как вообще можно прочитать? То есть, если читать это по-человечески, то это L7ZUP. Ну, наверное, так. L7ZUP. Как он? По-моему, с языка просто летает. L7ZUP. L7ZUP. <laughs> Нормально, да, звучит? Но LZAP. LZAP. Почему LZAP? Да, потому что идите в жопу, вот почему. Здесь главное — это семерка. <laughs> Какой бред чудовищный. Я хотел бы, сказать, что вдруг М-нет прислушается к людям и скажет, мы меняем название группы, назовите группу Пазл. Как говорится в одном замечательном сериале, да, как, кстати, вашу маму типа. А почему Пазл? Это и есть Пазл. Назовите группу Пазл. Ну не называйте L 7 Z Up. Почему, кстати, не просто L Zap тогда уж, ну то пошло. Ну почему не L тупо, но ну, хотя бы вот без такого ада плюс здесь причем, ладно, у меня на эту тему может долго бомбить, я говорю тупе. окей okay, товарищи, если у вас есть примеры более тупых названий групп, не обязательно созданных, по примеру, по ну по итогам кого-то шоу на выживание, а просто тупое название группы, группа может быть прекрасная, тысячу раз замечательная, офигенная лучшая группа в истории, да, как бы ваша любимая, моя любимая, какая угодно, но если у вас есть примеры тупейших названий типа групп, пожалуйста, напишите в комментариях, давайте соберем топ тупейших названий групп, вот, и я оби э, обещал в прошлый раз, помните, когда были еще третий, четвертый эпизод, э, там были песни, там было свое вот как бы э, голосование, по итогам песни распределились таким макаром или нет, я попросил вас оставить в комментариях, э, господи, как их оставить в комментариях, э, свои топы, топ-6 этих песен. И сказал, что вот мы посчитаем. Я взял ваши все комментарии, я взял их и все просуммировал абсолютно. потом попросил их моих спонсоров на бусте да, которыми мы в чатике общаемся. Не забывайте, кстати, может присоединиться в чатике и с нами клево общаться. Мы все это дело обсуждаем, разумеется. То есть обычно я читаю, потом я реагирую, записываю обзор, после этого бегу опять обсуждать с людьми на все эти шоу. Кто-то смотрит в реальном времени, кто-то нет, кто-то там бомбит, кто-то не особо бомбит. В общем, там обычно очень весело. В общем, все эти голоса я посчитал потратил какое-то количество времени не то что сильно большое но все-таки и у меня получилось вот что на первом месте у нас давайте так снизу вверх да как это принято на последнем месте здесь сюрприза нет у нас казалось песня шадал у нее было 39 голосов ну я как считал первое место 6 очков последнее место одно очко. 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть вот так считал. Вот, значит, 39 очков уж отдал. Это шестое место. На пятом месте оказал Дензе на ТВ, который как-то тоже никого особо не впечатлил, да и песни не самые новые, честно говоря, да. Хотя классные, на мой взгляд. 51 очко. Тут важный момент, что шестое место с большим отрывом, первое место с большим отрывом, места со второе по четвертое, а, со второе по пятое, они на самом деле плюс-минус буквально один еще какой-то голос, еще один человек, который добавил свои голоса, мог бы поменять картину со второго по пятое места. Вот, значит, 51 очко. Это у нас пятое место на ТВ. Четвертое место Only One. 54 очка. Ну, почему бы и нет? Песня хорошая, не самая лучшая, на мой взгляд. Ну, именно, как песня. Вот, э, и ок. Э, четвертое место. О, нет, третье место. Третье место у нас Ньют. То есть, в принципе, вот Ньют у нас в по итогам был на первом месте, да, именно в шоу Эмнета, а у нас, у меня он был далеко не на первом. А, но Ньют очень хайповая песня, и в частности там девочки участвовали очень популярные, поэтому это дело на первое место мне в комментариях правильно написали, дело не только в хайповости. Я все равно считаю, что это самая хайповая песня, Ньют из последних, потому что мне говорят, тут блокпинки есть, да, Шадал, но Шадал он уже... Он не такой хайповый, на самом деле. Если бы мы говорили о Берри, условно говоря, не знаю, Kill the Slav, то да, и вот песня, песня вышла буквально там полгода назад, да, можно было сказать, действительно, это хайпово. А шадал нет, это уже не то, немного нют, в этом смысле гораздо более такой популярный и вообще. Но не суть важно, комментаторы, читатели вы дорогие, совершенно правы, что там еще дело в девчонках, которые там участвовали, там были очень популярные девочки, поэтому эту песню заплюсовали. Но здесь, в нашем абсолютно честном, единственно честном, правильном голосовании, Ньют заняла третье место. 55 очков, на самом деле. Дон don't call me, заняла второе место 56 очков. А, собственно говоря, обратите внимание, второе место 56 очков, третье место 54 очка, 55 очков, четвертое место 54 очка и пятое место 51 очко. То есть, на самом деле, реально они очень близко, а первые три просто буквально на одно очко отличаются. Вот, и первое место с результатом 92 очка занимает Fighting. Браво, браво. А, я согласен абсолютно полностью с вами. Это было мое первое место. Песня не совсем мое, хотя она клевая. Она, на мой взгляд, из них, ну, наверное, третья для меня. То есть первая у меня без вопросов «Don't call me» — это вообще лучшая песня здесь. Вторая, как, как песня именно, да, выступление, ну, точнее, как танец и так далее, это «Dance on И третье место без вопросов «Fighting», она очень смешная, клевая. Девчонки еще так замечательно исполнили, такое шоу было, просто без вопросов, это первое место, и то, что это первое место не оказалось в МЕТе, у Мета, это, на мой взгляд, позорище. Вот, как-то так, вот такое наше голосование, в принципе, про остальные, наверное, нет особо смысла говорить. Если у нас будет что-то еще подобное, да, я тоже устрою такое голосование и будет, по-моему, очень весело. Все, товарищи, вот я много времени, по-моему, потратил, да, 30 минут, а да, нормально. 30 минут это нормально на два выпуска Виндома, Пазла. Посмотрим, как я следующие эпизоды. Либо, опять же, я запишу по итогам одного эпизода, либо я два эпизода подожду и то, что-нибудь там сделаю. Как-то так. Все. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и на Бусти подписываться, меня там поддерживать. Мне это и канал очень помогает, это позволяет тратить время на то, чтобы записывать даже обзоры всяких таких вот шоу типа Windows Puzzle. Вот. Вот. И не забывайте, что есть еще шоу A2K. Реакция будет где-нибудь вот здесь на это шоу, да? Здесь у меня были... Короче, где-то здесь <laughs> будет ссылка на это шоу. Это шоу от Пак Чиньона, там, где американские девушек набирают кей поп группу И оно, на мой взгляд, просто при гораздо меньшем продакшене, по деньгам, да, чисто по визуалу, оно чисто как шоу, как выбор, как, не знаю, раскрытие девчонок, которые в нем участвуют как, не знаю, музыкальное, там, танцевальное и прочее шоу, оно гораздо интереснее, гораздо искреннее, честнее, и без воды вот этих чудовищных, невероятных пауз, потому что здесь, когда объявляли, объявляли сначала участниц, а потом особенно те, кто вы вылетит, это просто кошмар, там, бедный ты, приходилось реально там полминуты просто молчать и говорить, и... мы объявим чуть позже, кто вылетит еще очередной раз. Ой, вот, как-то так. Все, всем спасибо, всем пока. Благодарю всех, кто меня поддерживает.